Всем привет! С вами Олдгеймер. Репортаж из бывшей базы партизан Редок. Ага, волчары, блин. Так. В прошлой серии мы тут несколько троглодитов завалили. Теперь надо волков поганых побить. И до хрена. О, блин, тут понаставили. О, наконец-таки вылез. Ну что ты, блин? Сдавайся! О, наконец-таки. Вот. А крику-то, как будто, блин, ему ногу откусили. Всего на одного жука. Ну, чуть больше. А! Какой-то горластый стал. Кто-то, по-моему, тут еще сопит. Сейчас выскочит откуда-нибудь. Странно. Где-то он прячется. Ну ладно. Разберемся. В процессе. Так, спатеньки мы пока еще не хотим. Проверяем все сундучки. Взять все. Тут же, как всегда, этот мудила нам сказал, иди там в звериную пещеру. Кто знает, какая она звериная. Уже там наверху где-то стоит. О! О, вон там волчара. Ух ты, блин. Ой. Ух ты, сука. Волк поганый. Ну, съем жука, ладно. Звуки, как в этом отморозке эти в Resident Evil. Что у нас? Адский гриб? Давай, может пригодится для какой-нибудь. О, блин. Вот он. О, блядь. Ну, бегишь. За мной! Козлик. Сердишься, да? О, блин. Блин. Куда нахер? Стоять, я тебя так долго вызывал на бой.
готов. Дубина троглодитов. А что за дубины у них? Здоровые, наверное? Дубина. Ну, не такие же сильные. 200 силы всего требуют. Ну, пойдем. Набили полную пещеру каких-то придурков. Да уж. За мной бежит какой-то зверь. Сожрать меня, наверное, хочет. Опа, в последний момент. Ладно. И я тут съехал. Ну, тут место хорошее, он меня не достанет. А сам этот куда делся, блин? А, вон он там тоже провалился, блин. Вдруг кому-нибудь понадобится крапива из желудков. Непереваренная. Как там говорит, лучше недоваренная, чем переваренная. Ха-ха. Да, так слышно. Здоровы, парни. Небось, еще и заразные. О, там еще и голем. И кого только нету. Куда пошел? Далековато. Не добивает. Ладно. Нет тут никого. Это не сработает. Да не один там. Там тут еще что-то об алхимии. Ну, это хорошо. А здесь что, старый сундук? Сундук. А, сундук. Там этот. А, это тоже какое-то говняное кольцо. Ладно. Ну что, сделаем себе какую-нибудь отраву? Вот от лечения слабости сделаем. Такое захерачим. О, у меня воды-то почти нету. Ух ты, надо. У меня нет нужных ингредиентов. А! Не достает, блин. Так, тут никого, а там лук. Готов, блин.
сделать, сука. Никак. Падлы такие. Готов. В лед сбил. Ну эти-то фигня, вот там големы ходят. Есть, готов. Так, теперь големы. Ну, стой ты уже тогда. Что-то, блин, его не достает. Не-а. Никаким макаром, о, блин. Ого! Хера себе! Да, блин. Чуть, блин, не убил нахер. Да. Блять. Ого! Куда он исчез? Стоять, блин! О, сука, он, блин... Я
есть, блядь! У-у-у! Охренеть! Фух, аж сердце чуть не выскочило. Сохранится. Огненный голем. Сердце огненного голема. Ух, пойдем каменного захерачим. Ну как гнался-то за мной? О, блин, прям... Только видишь его этими стрелами с колотушкой. Такие стрелы их не берут. Это так же, как и скелетов. Надо херачить эти, пойду. Сейчас сделаю. Несколько еще. Сотенку надо сделать. Чтоб всегда было. Ходишь там, сука, небось вылечился теперь уже. Зараза такой. Так, алхимический стол очень кстати тут. Оглушающая стрела. 10 штук делаю. Даже 15. О, 150. О! Так. И где у нас этот козел? А куда он делся-то? В пещеру, что ли, залез? Сундук, это хорошо. Что тут пишут? Что тут этот? Я это читает? Уже знаю. Ну да, еще в прошлой части читали, да. Лорх, лорх. Волк. Сундук. А, голема, я в него все-таки попал, а? Ха-ха! Последнюю секунду видно. А может, этот в него захерачил? Так. Ржавый меч. Смотрим, что здесь. Сундук, шнапс, факел, ковш. О, ожерелье Ульриха. Опа, надо ему отдать. Бочка с водой. Попить. Вода затхлая. Что со времен партизан осталось? Ручный меч, меч. Копье. Деревянный щит. Я помню, тут адских надо забрать. Конечно, у меня этих напитков много, но пусть будут. В третьей готике тут сразу у кузнеца хорошо разжился. Деньгами. Ну, я и в этой, так сказать, клювом не щелкал. Кирка, тут все, что нужно. О, вон там еще не собрал. Смотри, сколько тут. Да хрена чего. Ну ладно. Тогда спим до утра, а утром пойдем отнесем Ульриху. Спать до утра. Пешком пойдем или как? О, погоди. Раз уж я тут, надо пойти же тут пройтись. Тут же сундуки есть хорошие. Ну, в одном телепорт. И
И тут старый или кованый сундук. Ну, кто-то есть. Так, а кто? А кто у нас тут есть? Че, никого, что ли? Так, где-то там тролль, я слышу. Так, дохлые партизаны. Так, берем все. Украшения. Украшения. Шкатулка. Золотой кубок. Целебное зелье. Зелье. Кубки всякие. Да. Там тролль где-то, блин, топочет. О, вот он. Камень телепортация. А то всегда говорили, что он там лежит около ступенек. Ни хера он не около ступенек лежит. Он всегда тут лежал. О, ты смотри, тут, блин, дырку-то завалили. И даже чтобы отсюда с тыла не пробрались. Ну ладно, сундуки там остались. Потом, может быть, зайду. Сейчас как бы даже и не к чему. Или сходить. Да там тролль сидит. А чё там тролль? Если его на поле вытащить, то вообще он там... никаких этих... проблем не создает. Тишина. Только волки воют. И тихо в лесу, только не спит барсук. Яйца барсук повесил на сук. Вот и не спит барсук. Нам. Лечебные травы надо будет воды прикупить. О, я помню, там была гоблиновская ягода. Никого тут нет. Вон там, на краю было. Их тут вообще мало. Тут драконий корень, он тоже нам пригодится. Ох, нихера волков, блин. О, это не волки, это варги. О, слушай, оставим их в покое, ну их нахер. Пойдем-ка мы в Ордею. Да. Не хочу с варгами. Если бы я был с большим бы мечом, тогда да. Что-то какое-то туманное утро. Сюда бы ни хера не видать. Кстати ж, мне надо же прокачаться до этого. До хорошего лучника я же собирался-то так сделать. Ну ладно. Сейчас отдадим, потом смотаемся к Борису и сразу в Венград. Венград. Я его все время Венград называю, а не Венгард. О! Вот твой артефакт. Да. О! Похоже, его поцарапали в боях. Да, точно. Оставь его себе. С удовольствием. Да. Отлично. Все? Ковка, тяжелая работа, понимаешь?
Ах, ведьмак, ты тут прячешься под именем Хилдур, понимаю. А стрелы мои точно? Нет. Нет. Ха-ха. Так, тогда сейчас мы в Гельдерн. Вот. Ага. У нас там очков-то до хера. Во. Борис. Расскажи мне что-нибудь об охоте. Так. Как можно мастерски владеть луком? Хорошо. Хорошо владеть, да. Все, больше ты мне ни хера не нужен. Давай поторгуемся. Денежки у тебя есть? О, все, продал. Троглодитские эти дубины, они по 3000. Продажа вообще классная штука. Зашибись. Так, ладно, все. Теперь мы мастер, да? Мастер мы. Мастер лука. Так, ну что, теперь нам надо стать... Боец на клинках. О, тогда надо фаринг на двух клинках. Ага, сейчас, секунду. Не, будем лук качать. Дальше ловкость. А что, тогда надо ловкость качать. Убийца орков? Надо ли нам убийца орков? Ладно. Сделаемся. Вдруг нам на орков надо будет охотиться. Да. Поэтому, в принципе, мы будем... Сейчас до 25 накачаемся. У нас сейчас 18, все, а сейчас Венгард. Пошли, нехер тут париться. Где тут? Нет, это Трейлис, вот он. Берешь ты. Вот так вот, полетели. Пойдем сдадим этому квесты. Если тут ничего не знать, как я там в начале тоже ходил, это вообще адски. Тут надо залезть в каждую дырку. Ну, вообще... Для некоторых это нравится. Вот, то везде сунуть свой нос. И это как бы считается ненормальным. Ну, для них такая игра, в принципе, будет хорошая. Ну, не для меня. Я не люблю так. Я несколько люблю ясность. Ну, лесник хер мне тут. Да. Нос. Стоять! Ни шагу дальше! Спасибо за поддержку, воин. Но ты должен поторопиться. Нам нужно найти артефакты. Да. У тебя наверняка есть еще дела. Оставь меня в покое. Что-то я не понял. Я же вроде все собрал. Вот, нашел еще какого-то Зигфрида. Вернулся в Ордею. Понимаю. Слушай, у меня задание, я собираю артефакты. Ради твоей безопасности отдай все, что у тебя есть. Как да. Ты смеешь командовать мой воин? Я больше не ребенок! Защищайся! Может, я тебе помогу. В будущем Миртане может пригодиться твоя помощь. Спасибо. Да. Всю жизнь деревенские хулиганы меня пинали и смеялись надо мной, но теперь все. Я хочу стать охотником на волков. Хочу уметь дать отпор любому парню в деревне, который попробует меня тронуть. Можешь привести ко мне нескольких волков, ручных волков, чтобы я мог потренироваться в охоте? Что? А почему просто не пойти в лес охотиться? Ты что, думаешь, я выживу в лесу? Ты что, издеваешься надо мной? Защищайся! Понятно.
Всегда рад заняться твоими волками. Правда? Большое тебе спасибо. Ручной волк. О, блин. Так, ладно, в древних манускриптах об этом не говорилось. Пойдем искать волка. Да волки тут где-то. За забором сразу. О, блин. Жуть какая. Какой бред. Какой хренью тут занимаюсь. О, блин. Надеюсь, на него сейчас не нападут эти. Спасибо, друг. Спасибо тебе. Как мне отблагодарить тебя? Можешь отдать мне какой-нибудь артефакт? Конечно. Да. Держи. Это меньшее, что я могу для тебя сделать. Ну, надеюсь, да теперь-то все. Надейся, надейся, конечно. Так, Венгард. Надеюсь. Больше не надо никого искать. А в древних свитках не было написано. В манускриптах. Что еще Зигфрид там? Хорошо, я помню, что какой-то был придурок там сидел. Ну, я пока там лазил, познакомился, молчит, значит, что-то ждет. Ух. Так. Стоять? Не. Спасибо за поддержку, воин. Но ты должен. Да, держи. Готово. Все здешние артефакты. Отлично. Венгард перед тобой в долгу. Что еще? Пропал отряд моих лучших разведчиков. Какой район они разведывали? Земли между Ордеей и Кабдуном. Ага. Можешь выручить нас? Могу. Наше тебе спасибо. Наши осведомители сообщают, что орк Наши тебе, пожалуйста. Похоже, охраняет новую группу пленных. Думаю, это и могут быть наши разведчики. Ну давай, зададим им урок. Воевать нельзя. Мы договорились с Ли, что будем упражняться в сдержанности и не беспокоить тонкое равновесие мира. Нападать на врага нельзя. Просто Понятно. Подтверди наши сведения. Хорошо, мне пора. Ой, твою ж мать. Твою же мать. Мать-перемать. Так, ну что, очередной виток гонки вооружения. Вперед. В Кабдун. Там я видел каких-то, блин, придурков. Так, ладно. В
Вроде как вот тут были. А, вон они сидят. Ладно. Сохранимся нахер. Сперва передохну. Стоять, человек! Иди да. туда, откуда пришел, или клянусь Белиаром, я скормлю тебя падальщиком. Подожди, друг, я пришел с миром. Да. Мне просто нужно знать, что ты охраняешь. Не твое дело. Хотя, как все орки-охранники, ты наверняка и сам не знаешь, зачем тебя сюда прислали. Да. К твоему сведению, я очень хорошо знаю, что здесь делаю. Я охраняю шпионов, которых мы недавно нашли. Ну, извини, друг. Предоставлю тебя твоему делу. Тебе пора идти. Так, ну ладно. Возвращаемся к Теодору. Да, такое вот занятие классное. Ходим туды-сюды. Телепортируемся на качелях. Так и назовем серию качели. Ух. Ведьмак бы уже весь обрыгался. Он терпеть ненавидит телепорты. Аллергия. Да. Паладины. Ух. Стоять не... Да. Твои сведения вроде бы верны. Твои да. шпионы у Эбблта. Отлично. Да, что ты предлагаешь делать? Что предлагаешь делать? Ты должен вернуть наших разведчиков назад. Зачем? Легко можно вырезать их. Ли да. считает, что насилие не всегда верное решение. От маленькой искры может разгореться пламя войны. Он считает, понятно. Что кровь нельзя проливать, если проблему можно решить мирно. Логичный подход. Похоже, наш Ли стал медлителен. Пока точно. Сделаем по-твоему. Готовьтесь к новой Миртане. Мы готовы. Ой, так, еще возвращать этих. Летим в Кабдун. Нельзя было сразу сказать, найди и верни. Мирным путем. Идиотов кусок. Да. Друг, я пришел просить о свободе твоих пленников. Да. Наш человек думает, что умеет шутить. Глупый человек. Не ты прям считаешь, что я отпущу своих пленников по одной твоей просьбе? Я воин. Давай прямо поговорим, как воин с воином. Я думал, что ты умнее других орков-стражников. Ты наверняка должен знать, что разведчики безобидны. Или тебе нужно у кого-то справиться об этом? Я... Слушай меня. Думаю, тебе известно, что паладины Ли могут весь лагерь сравнять с землей за сутки. Зачем терять весь лагерь из-за кучки несчастных разведчиков? Ладно. Забирай их. И не приходи больше. Ты так меня утомил. Да не говори, я сам утомился. Спасибо, ты и правда умнее других.
Раз, два, один, они третий. Разведчик, пошли. Давай, давай! А, они все присоединились? Ну, давайте выйдем на дорогу. Ну, а построились все. Вот так вот. Рядовые разведчики. Путь мы с вами продолжим в следующей серии. Есть! Верно! До следующей серии, товарищи. Пока-пока!